Всем привет! Пасха уже на носу, но сейчас нельзя выходить на улицу за наклейками для пасхальных яиц. Именно поэтому сейчас я покажу вам кое-что интересненькое. Самые интересные интервью и события, лайфхаки и новости. Объясняем, что происходит. I was robbed the number one spot. Каким же образом мы будем красить яйца? С помощью обыкновенного риса, ну и парочки пищевых красителей. И также нам понадобятся емкости, например, пластиковые стаканчики. Юх, на кухню. Начнем. Сразу нам нужно сварить яйца вкрутую. После сливаем воду и начинаем их остужать, но не до конца. Нужно, чтобы в момент покраски они были еще достаточно теплые. Теперь берем столько же стаканчиков, сколько и цветов нашего красителя. В них мы насыпаем по горстке риса и добавляем по 15-20 капель красителя в каждую емкость и хорошенько перемешиваем. Далее помещаем туда еще теплое яйцо и трясем. Яйцо покрасится в мелкую крапинку. После этого мы можем проделать ту же операцию с этим яйцом, но уже с другими красителями. Вуаля, яйца готовы к Пасхе и смотрятся гораздо интереснее и оригинальнее, окрашенных однотонно. Всем пока, здоровья вам и хорошей Пасхи!